Что, попробуем? Вернее, как не попробуем, продолжим наше злодейство. А учитывая, что у нас все плоховатенько тут. Вообще два приспешника у нас уже ушли. Голод у нас у всех. Что там с письмами? Так, для ранга еще надо. А почему ты без дела? Прошу, письмами займись. Вперед. Вперед, вперед, все делаем письма мне. Еще в главном меню достаточно, ну, красиво сделаны комнаты, но это как-нибудь потом. Там кухня, вообще все отдельно, тут столы, тут все. Но это потом как-нибудь в будущем, глядишь, что-то сделаем. Так, почему ты до сих пор ничего не делаешь? Перейти сюда. Кто-нибудь бегать начнет. Так, что? Торговец. Ага, у меня нет денег для торговцев. Угу. Скорее, 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 в письма, письма, письма. Чтоб у нас голода вот этого вот не было. Да, у них очень сильный голод. У всех очень сильный, сильный голод. Так. Камера что-то затемненная, да? Сейчас. Это стандартная камера ноутбука. Сейчас. Чуть-чуть. Пусть так будет. Как же они голодны. А, приспешники, да, да, ярость. Ну ничего страшного пока. Так. Ну, позлятся и перестанут. А что-то у других я не заказ... Нет, ли? А, ну, ожидаем. Ну вот, сейчас придут, вы их быстренько, и все. Так, где все? Так, с какой стороны они придут? Стоять. Ты. Напасть. Ты. Напасть. Ты. Напасть. Почему у меня, кстати, вот это вот упало так сильно? Вон, сразу его. Давайте, давайте, не теряем своих. А этого что, никто не трогает? Стоять, ты. Нападай на этого. Да. Быстрей! Быстрее в него! Нет, что вы... Взял и упустил. Все, за работу, быстро. Что вы делаете? Это вы готовить идете или у меня нет сейчас поваров? Так, жир это жизнь. Что это значит? Да что это? Ну-ка.
он много съедает, ну ладно, что мне поделать. Вперед. Задание. Ну, повара пусть тоже станет, потому что они прям совсем... Так, повара, вы мне сделали еду? Так, только один ярости. Почему? Жди, бездельники, займитесь вот этой, пожалуйста, частью. Это... Ну, нужна пища, пусть идут и едят. Столько поваров, они ничего не делают. Вот. Молодцы. Что с письмами? Их тоже продолжаем делать. Ага. У нас нет еды. Нам нужно еще какое-то оружие. Стреляющие. О, еды привезли. И кости. Кстати, можно продать. Грибы можно продать. Нужны нам эти грибы, конечно, наверное, не знаю. Но раз... Пусть забирает. Нам надо кучу мозгов. Правда, они, наверное, пропадут. Не сигналь. Че ты сигналишь, когда я уже все выбрала, все сделала? Так, почему он показывает, что у меня еды на 0 дней? А мозги у нас уже есть. Так, а этот чё? Как кто это? Это Кульфтон, да? Так. Тут лишний повар. Так, пусть будет. До сих пор показывает, что еды на 0 дней. Почему тут нету этой штуки? Рискнуть на больше. Так, все делают. Вперед. Исследование.
Где мне брать красные? Очки углубленное исследование. Что еще да нужно? Камни, эти штуки всякие. Тут вот это, а тут нету углубленной. Так, нужно вот эти штуки. 100. Окей. А, 200. Сколько он тут делает их? Там же светлые, не темные. Правильно, светлые. Вот эти вот нам нужны. Он их скоро, кстати, изготовит уже. Кто это? Все, занимайтесь своими делами. Ты что делаешь? Пусть порубят, раз им пока заняться нечем некоторым. Надеюсь, те, кто делают письма, и вот эти вот не остановятся. А еды у меня по-прежнему на 0 дней, хотя у меня мозги есть. Почему? Они их не едят? Вот чисто теоретически. А нет, взял, пошел есть. Так, тут у нас светло. Ну, пока дела пойдут. Семь. Кровати у нас хватает? Хватает пока. Еще 40 надо. Жертв. Когда и вот этот вот закончит. У меня есть 26. Недостаточно? Сколько ему надо? 13 копченой крови. У меня обычная только. О, 190. Сейчас уже будут вот эту строить. Так. У меня нет костей. Прикольно. Там по помоги ему. Так, сюда нужно электричество. Угу. Оружие. Надо кучу вот этих изготовить. Камни. А эти камни потом в плавильне можно, да? Нет. Слой. А что я сделаю? Будет злиться пока.
Одно письмо еще не нанесли. Позлиться, да перестанет. Ну потом изготовишь, когда сможешь, пусть будет. Да ничего страшного. Что там у вас с рекламной кампанией? Кто злой, кого грибами идти кормить? Быстро они вечно голодают. Прям ужас. Ужас. Просто ужас. Да нет, сначала сорвать. Съедай, куда ты его понес? Ну ешьте их. Че, дурачок, съесть? Что там жертвами? Сердится, да перестанет. Нет, пусть идет есть мухомор. О! Эти штуки тут можно. Металл. Съел? Полегчало? Давайте тут повыбивайте мне. Да где мои люди? Как это работает? Они ведь сдали туда? Да, вот, скоро прибудут. Терпите! Коробка с добычей. 200 золотых у меня нет столько. Так, где они? Ага. Так, быстренько напасть. Быстренько напасть. Быстренько напасть. Быстренько напасть. Они спят. Все? Блять, почему этого никто не добил? И этого тоже. Что вы делаете? Этого быстро. Кто его не добил? Все за работу свою.
Чтобы надо есть, быстренько едим. Так, повара, вы занимаетесь тем, чем должны? Едят они. Тише. Что там следующее? Я не понимаю, что повара в этот момент делают. Это драться уже идет. Класс. Вот вам всем еда. Кроме скелета, конечно. А, один уже ушел. Классно. Но скелета у меня и нет больше, да? Великолепно просто. Все, один только в ярости, да? Тоже скоро уйдешь? Письмами мне кто-то занимается? Письмами. Всех, что ли, отправить на эти письма? Оставшихся. Вперед. Мы берем у тебя вот это и в письма, да. Герои идут. Вот, вот. Сейчас вам будет еда небольшая. Почему ты в ярости? Там же есть кусок еды. Где-то. Где-то светится мозг. А, это машинистый гриб. Понятно. И где они? Герои эти. Все, ждем героев. Ага, трое. Остальные пейте. Чего? А, улучшение. Делами. Еще и улучшения все получили боевые. Отлично же. Так.
разум, выносливость. Силу. Окей. Окей. Что ты ничего не делаешь? Ничего нет поваров, что ли? Твое. Ага. Так, занимайтесь, занимайтесь. Ой, этот мало ест. Хорошо, этого и возьмем. Задание тебе. Строитель. Нет, тебе. Ты это возьмем. Угу. Поваром будешь иногда. Так, пока. Угу. Так, повара, вы займетесь? Тут еще вот есть часть. Ничего не делает. Бросил тут, ты посмотри на него. Так. Что ты не идешь бегать? И еды снова нет. И чё, самодействие? Жизни у всех мало. Так. Тут я вижу... Ага. Тут порубить. Там с письмами.
же ничего не делаешь, займись письмами. А, денег нет. Классно. Как отправлять письма, когда нет денег? Что значит не хватило? Все хватает. Это что, рядом просто так стоит? Для красоты? Или для чего? Что еще? Класс. Моя самая любимая. Что нужно для этих громоотводов? 5. Стоять. Ты. Тушить. Я в курсе, что нам нужна пища. Вон, поехал отвозить. Мне иногда не надо столько приспешников все-таки. Я не могу их прокормить всех. Короче, надо, кто будет уходить, пусть уходит. Я слежу за огнем. Так, тушат. Молодцы какие. Прям бдят. Бдят. А там. Отлично. Эти хотя бы бдят за пожаром вдвоем. А туда бегут. Так, скоро прибудут. Вы что, не видите этот пожар? Кто ты? Срочно туши. Фу, как я боюсь, что начнется пожар. Так, сейчас придут. Там где-то горят. А что они успели там увидеть? Ой, чё? Вперёд, напасть. 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 Скорее ловите его. Хорошо. Возьмем для пятерых, да. Вы чё? Нет. Вы чё, с ума что ли сошли? Вперед, каждый по пожару. Каждый тушит по пожару. Вы чё тут допустили?
скорей, скорей, скорей. Ты чем занят? Пожар туши. Пожар. Сначала тушим пожар, потом все остальное, идиоты. Куда ты пошел с письмами? Пожар! Все! Пожар! 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 Где и так есть это? Пожар! Срочно! Сейчас еще где-то горит, да? Вы только что мне пожар чуть не разлет. Ну, причем? Идиоты. Как теперь это поставить? Сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой, как они меня снова напугали. Классно, теперь полуживые. Скажи, что ты мне везёшь каких-то крутых вам... Угу. 4 тысячи, конечно, я же к тому времени уже богата. Отстань, у меня нету денег. Просто они еле живые после этих пожаров остаются. С тобой чё? Голодный. Угу. Этот почти умер. Класс, чё я могу сказать? Вот эти штуки не стреляют. Сейчас включу вот это. Мне нужно электричество. Вот, ну штуку для этого надо. Ходьба. Для батарейки можно тут. Этими нужны. Чё, деньги можно делать? Вперед. Ну, все это надо. Да. Ну, не так плохо, но плохо все у нас. Где эти сейчас придут? Сейчас, где они? Они заходят внутрь или как? Стоять. Скорей нападай. Скорей. 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 Ты сюда. Что там двое? Их только двое пришло? Понятно. То есть они сейчас не добьют еще, скажи.
ничего, поели чуть-чуть. Допустим. Главное громоотводы поставить. Правда, зачем я их столько поставила, если она полностью территорию заеду? 5 этих, всего лишь 5 этих, громоотвод будет готов. Всего лишь 5 штучек. Всего лишь 5. Правильно, но сначала деньги делаем. Золотые самородки. Вообще в основном. Так, ну деньги у нас какие-никакие есть уже. Сейчас еще придут. Нам много надо еды. У меня, кстати, на скелета вообще уже есть еда. А еще бы каких-нибудь мощных уже покупать. Где они? Это не заходят? Так, двое зашли. Вопрос, почему не стали на кухню ходить, конечно. Мне нужны эти глушилки. Вот, глушитель телефонов. Сюда. 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 Там что, занята клетка? Нет. Туда. Здесь пусть стоит. Нечего никому никуда звонить. Это не очень красиво, конечно, выглядит. Но зато это должно быть что-то практично. Давайте троих попробуем. Да. Давайте скорей, 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 скорей. Все, позлился, побил, работа теперь. Хакер. Нужно взломать сайт, создать и не существует интернет-друзей, бесплатно стримить видео, включить и выключать. Так. Что ему нужно? Интернет-комплекс, один базы, удалить все упоминания об убийствах, только со ценностей, 20 подозреваемых, 100 золота. Окей. Упала это. А нам она не нужна большая. Мы не справимся с героями. Ну, справимся, но потеряем. Письма еще у них валяются.
Ну, я уже живу дольше, чем первый раз. Хорошо. Вот, сейчас приду, все будет хорошо, ребята. Minion is vandalizing your mansion. Victims are coming. День. Так. А, они сейчас зайдут. Это из-за двери начинают сразу бояться. Всех сейчас нападут? Нет. Чувствую, не на всех. Ай, да что вы творите? Где вы ходите? Одна уже убежала. И вторая... От вас бежало две жертвы! Как вы собираетесь есть, когда от вас просто две жертвы сбежало? Тупые просто. А мы еще не дали поесть тому, кто в ярости, да? Классно, чего? Надеюсь, до следующего он не разозлится. Еще сильнее. Шо, сейчас придут еще. Ей нужно стоя и обучиться исследованию. Исследовательно, где мне брать эти красные? Топор, вот, мне нужен запас еды, да? Коптильня. Тени. Какой остальные сейчас придут? Там еще и герои идут. А где жертвы? Они уже были, убежали? Класс. Minion is vandalizing your mansion. Your minion is vandalizing your mansion. Чего? Кто где? Your minion is vandalizing your mansion. Они сюда не придут? Герои. Victims are coming. Так, тут где-то жертвы. Your minion is vandalizing your mansion. Что? Как они могли сбежать? Где? Ты чё, игра? А
А, вон где на нас напали, стоять. Все. Сюда. Your minion is vandalizing your mansion. Your minion is vandalizing your mansion. Здесь они выживут. Your minion is vandalizing your mansion. Он кого-то убил? Да вроде нет. Гасите, гасите. О, что сначала? А, это другое. Все, они всех победили. Так, а дела поворота нету, что ли? Куда они все убежали? Спать? Хорошо. Прокачивать тех, которые сейчас с тобой, скоро. Угу, класс. Дорогу заблокировать, это то, что нужно. Так, повара. Ты в ярости. Ты, значит, первый пойдешь. Your minion is vandalizing your mansion. То есть там не было мозгов, да? Серьезно? Они вдвоем были без мозгов? А, не, у кого-то были. Так, а что это тут вообще делать в первую очередь? Он должен в первую очередь золото делать. Правильно. Так, как где брать красные? Что это? А, без ряда рубить? Окей. Your minion is vandalizing your mansion. Там все равно нету ни у меня этих красненьких. Все уже злые. Где мои жертвы? Здесь они не проворонят их в очередной раз. Они все злые, просто все. Мне так в скором времени проще будет одного оставлять и всё. Тише, тише. И скоро там все сломают мне. Надеюсь, 151 была цифра, не 31. Потому что хотя бы там денег дадут, можно им еды накупить. Где люди? Где? Я слышала звонки, но
где они были. Your minion is vandalizing your mansion. Ну пусть работают сами, пока еще не ушли же. Типа утром приходят. Где мне брать красное исследование? Мне этих не хватает, а куда они делись? Что построилось? Так. А чё за счёт этих моих построилось? А-а-а. Глушилка. Там без электричества ещё. Этот тратит, этот делает деньги. Кто из них быстрее будет? Мне еще вот этих надо, вообще-то, штук 5. Вообще много, но хотя бы 5 сначала. Так, скоро придут. Красно. Едет. Мне нечем покупать. Это устойчивость, пояс. А еды у тебя нету? Мог бы еды привезти. Ого. Ну давай. О, один ушел. Ты, падение. Стоять. Приказы слушайте, не баловать вперед. Быстрей. Ну, хоть пойдет. Так, а этот одел? Ага. Хорошо, наконец-таки смогли поесть. Опять же, мне нужен скелет. Угу. Еще троих ждем. Что у тебя с яростью? Мало поел? Голод. 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 Вы чё? А чё, ели первые только трое?
Сейчас еще придут. Терпите. Victims are coming. Так. Так, надеюсь, теперь пойдут те, кому это прям надо-надо, или что? Говорите мне, что поели другие сейчас опять. Типа вот этих вот. Ага, кандидат. Окей. Скелет. Есть скелет? Есть. Ага. Плотная шкура. Отлично. Так, задание скелету. Угу. Нет, скелет. Так. Письма. Фуф. Ну вот эти пусть будут. А, нет, наполнитель. Да. Что значит почту не отправили сегодня? Чем вы заняты были? Оп, там будут герои. Подождем. Давайте, давайте. День. Все стоим по готовности. Ого, какой плотный герой. One of your minions is about to die. One of your minions is vandalizing your mansion. Ох, один погиб. Двое. Пьем, пьем его. Скорей, 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 скорей. А ты убежал. Скелет погиб? Вы что, издеваетесь, что ли? Я сейчас всех потеряю, вы серьезно? Кто письма занимается, у меня остались? Остался один. Просто я в шоке. Еще и сбежал. Мало того, что всех убил, еще и сбежал. Что это за герой такой? Я в полной очередной ЖЖ.
Я все-таки, наверное, спешу столько набирать их. Тише, тише. Я найму скелета себе потом. Хватит буйствовать. Делаем письма срочно. Your minion is vandalizing your mansion. Your minion is vandalizing your mansion. Больше ботанов единорогов. Классно, конечно, но у меня и приспешников-то нет. Трое. Класс, у меня сейчас один останется. И один сейчас не останется. Вот это будет классно, конечно. Где все эти люди? Скорей. Где люди? Я не хочу заново начинать. А если придется, то играть уже просто тремя. Хоть кто-нибудь намеревается прийти? Your minion is vandalizing your mansion. Your minion is vandalizing your mansion. Он просто ходит и буйствует. Your minion is vandalizing your mansion. Ну, подожди, дай, двое, дай живите до единорогов, там явно придет кто-нибудь. Ну, идите грибы пожуйте. Поделать. Да, сорвать растения, чем... Да, чтобы хотя бы один дожил до этого момента. Значит, не хватило почты. Ты хочешь тоже пойди, Мухоморов? Чё ты? Как там, нормально? Куда пошел?
Серьезно, у мухомора полетели? Они письмами не занимаются, да? Да-да-да, ждем, когда кто-нибудь пройдет. Кто-то должен пройти? О, торговец в пути, класс. Класс, 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 класс. У тебя еды, что ли, нет? Иду, дай. Ого, какая она дорогая. Ага, а забрать мне за 18. За 400, вернее, оп. Плут. Тут же б еды привез. Как это раз это не оружие? Это оружие. Понятно. Ждем кого-нибудь. Все. Супер. Супер, супер, супер. Как иначе? Все супер. Во, скоро придут. Терпите, терпите, чуть-чуть осталось. И вы двое поедите. Еще я позову себе скелетов. Вот, вы двое. Сюда. Где они? Где эти люди? Куда вы пошли? Скорей, напасть. Быстрее, быстрее, быстрее. Напасть. Напасть. Все, вы можете поесть, а я могу новых вызвать. Скелетов, да. Исключительно скелетов. За 260 уже? Вы чё? С ума сошли? А чё, у меня нет поваров? Есть. Пока сюда. Какая уборка? Что ты делаешь? Быстро в поварят превратились. То есть они есть могут? Что вы делаете? Ты вперед.
Тот подрезал. Тут еще есть как раз для тебя. Окей. Вон с мечом. Мачете — это хорошо. Так, куда он пошел спать? Отлично. Кое-как с двумя. Еще вызвать скелетов и хватит пока. Что у него еще? Видел смерть. Ага. Ничего страшного. Он не успел, да, отправить? Ждем. Ему надо. Что я им сделаю с этими кладками? Голоден на 20. Видел смерть других приспешников. Как я им это убавлю? Как я им это вот убавлю? Что там? Да-да, только этого сейчас не хватало. Minion is vandalizing your mansion. Ну, скоро придут, хорошо. Your minion is vandalizing your mansion. Что? Ты же собрался тушить, вот. Victims are coming. Ага. Кто у меня с мечом? Скорей. Скорей сюда. Скорей стоять. С одним ударом их. Скорей. Всё. Отлично. Я могу все-таки теперь скелеты, да. Так, этим надо выжить столько. Куда ты? Давай продолжай. Нигде не горим. Хорошо.
Так, ну пока я держусь, вот.